Сегодня по всей стране отмечают День российского предпринимателя. Бурятия не исключение. В парке имени Орешкова состоялся бизнес-старт «Вместе к победе». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 25 команд встретились не только отметить праздник, но и посоревноваться за звание лучших предпринимателей. Дарья Белева расскажет, как это было. Бизнес-старт «Вместе к победе» объединил более 200 человек в одном месте. Представители крупных компаний и индивидуальных предпринимателей, в числе которых те, кому в развитии своего дела помог центр «Мой бизнес». Как говорится, главное участие не победа. С другой стороны, я думаю, что все-таки победит сильнейший. Ну и мы очень рады, что это же праздник, который сегодня нас собрали, несмотря на погоду, посвящен замечательному дню российского предпринимателя. Он призван, чтобы подчеркнуть значимость и важность малого и среднего бизнеса. Поэтому всех предпринимателей с праздником! Мы вышли с девизом «Двигайся, иначе замерзнешь». В такой погоде это актуально. Все отлично. Настрой на победу, конечно. Я вас искренне поздравляю. Когда у вас все хорошо, поверьте, у всех все хорошо. Поэтому пусть у вас все получается. Всего вам самого наилучшего. Успехов, стабильности и уверенного движения вперед. С праздником! Это у нас ежегодное мероприятие, профессиональный праздник, когда мы чествуем наших предпринимателей, наш активный бизнес. Такое мероприятие, которое направлено на то, чтобы сплотить бизнес вокруг определенных идей, вокруг определенных целей и, соответственно, уже в дальнейшем сделать такую коллаборацию, которая будет направлена на развитие предпринимателей, которые у нас в республике работают. После открытия и награждения лучших бизнесмены участвовали в творческом конкурсе. И самой интересной части бизнес-старта в спортивных соревнованиях. Победа! 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 Основная задача – это снести первым своего конкурента. Ура! Первое касание, человек проиграл. Я давно хотела, на самом деле, посетить такое мероприятие, где очень много активности физической. Очень все нравится. Ждем. Был уже творческий конкурс. Впереди остались еще какие-то мероприятия. Все самое интересное впереди, я думаю. Борьба была у нас. Мы проиграли, но мы не унываем. Открытие запомнилось тем, что, несмотря на плохую погоду, у всех хорошее настроение. По итогам мероприятия собрали 1 миллион рублей пожертвований, который пойдет на поддержку СВО. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ.